В Великом Новгороде состоялся финальный этап конкурса «Мисс УМВД». В нынешнем году он прошел уже в 8-й раз. Именно столько соискательниц после предварительных испытаний вышли в решающий этап. В свете софитов 8 прекрасных финалисток. Длинные платья, каблуки, очаровательные улыбки – все как на обычном конкурсе красоты. Но вот выход в погонах, и становится ясно – на сцене не просто хрупкие красавицы, а отличницы строевой и служебной подготовки, боевые товарищи сидящих в зале мужчин. И везде порядок нужен. Пригодится труд везде. Участковый в должности службы нужен он в любой беде. Правда, для победы в этом конкурсе требовалось все же оружие, предназначенное самой природой. Поэтому девушки, если и стреляли со сцены, то только глазами. А также дефилировали в вечерних нарядах, танцевали и сооружали фантазийные композиции из подручных материалов. 10. В результате обладательницей короны и титула «Мисс УМВД 2018» стала лейтенант полиции Наталья Калужская, эксперт экспертно-криминалистического центра УМВД России по Новгородской области. Все конкурсантки, кроме титулов, получили также дипломы и ценные подарки.